Давай, хорош. Вот я здесь не знаю. Тут, походу, нету. Чтобы секретку взять. Да? Да, ну ладно. Так, 8, 9. Хорош. Хорош. Все, поехали тащить. Тащить второй уровень. Но как я правильно понимаю, что те игры, они, короче, разные, да? Так, хорош, 5. Опа, 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 давай, оп, оп. Оставлю. На 5 платформах. На ГБ это как на Нессе, да? Thank you.
Интересно, а лифт может меня раздавить? Она там попроще, ясно. Отстань. Ну, тоже прикольно. Ох, собака, как я тебя ненавижу. Да собака. Опять что ли сливы? Да ты-то рофлишь, а? Собака, ну... Ну, если бы он не перепрыгивал, а? Хорош. Хорош. А, Game Gear. На Game Gear я что-то... Блин, не знаю. А, на Game Gear там это точно так же, как на Сеге. Ну, почти, походу, да. Тоже, типа, в виде, наверное, упрощенное. Да, как же я мог забыть? Давай, собака! Ой, собака! Хорош взял, ёшкин кот. Да, для меня норм на геймгире. Я привык к 5 играм. Так я так привыкнул. Ну, если ты за кита выбираешь, да, Шепард, то... Самолет просто автоматически невозможен. А вот если за баллу играть, то ты управляешь самолетом. Ну, хоть один раз погиб. Ты чё, серьезно? Вау. Но знаешь, я думаю, что за балу играть на харде это просто нереально. Он такой толстый еще. Он толстый, он меньше прыгает, но я не знаю, я не чувствую, что у него атака длинная. Но, блин, за него я пытался вне стрима проходить. Я так и не осилил. Меня этот босс задерживал, который с дробашом. За него просто нереально пройти, но это я не знаю как. Он вообще такой толстый, все дамажится, все берет, все бонусы получил. Просто ужас. Если немножко бы, не знаю, по-другому бы сделали игру сбалансированную, за балу играть, то тогда другое дело.
Надеюсь, мне хватит. А, можно так было, ёшкин кот. Хорош взял. Yes. Чтобы больше ящиков было, я хочу хорошую концовку. Вон ли хорошая концовка, а то я спать не буду. Собака. Ну хорошо, что после уровня тебе жизни дают. Собака взяла меня. Вот. Ну кому это нравится, босс, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, коцнул, коцнул. Нет, это уже все, каюк. Хорош, не прыгнул. Но это пока. Ну просто удаляй. Просто удаляй. Оп! Ну остановись ты, ёшкин кот. Фух. Ну хоть он не перепрыгнул. Я ненавижу этого тваря. Собака. Он здесь просто убивает игру. Такое чувство, что хакеры делали игру, любители повысить сложность. Не разработчики, а хакеры. Это две разные вещи. Разработчики, которые, ну, наверное, надежно обеспечивают... Да ёперный театр, два раза! Обеспечивают защиту игрокам. Вот когда он такой прыжок делает, это просто удаляй игру. Собака, ну хоть убейся. Если я солью все жизни, это писец просто. Ох, хорош. Давай, 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 давай. Останавливайся. You fired. Вырабатываю реакцию. Даже сложно, у меня просто реакции ноль.
Просто когда он так перепрыгивает, это почти что три пульки у тебя на полоске здоровья отнимает. Ну кто такую балансную игру делает? Просто убейся. Бам, бам, бам. Чем тебе не практика? Опа. Хорошо, еще последний. Я с ним встречусь. С этим боссом. Ну, звуки прям чувствуются гриндога. Чувака с сервера. Ну, или серфер, да. Опа, бам. Ой, блядь. Ладно, сойдет. Сойдет. Тур-т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 ур. Нет. Я здесь не знал. Да ладно, подожди, так можно. Странно. Может здесь? Вообще к жарище. Это я возьму, вы чё? Это я возьму. Значит, здесь рандомные почему-то, да? Хорош. Та-та-ра-та-та-та. Остановись. Вот здесь он почему-то дофига дамажится. Мне так кажется опять. Прикоснулся. Я даже не просил с тобой целоваться. Все, пока, босс. Ну или прощай, пока я не пройду игру. Мне бы, знаете что, звездочки, чтобы побольше жизни было. Yes, взял. И именно почему-то звездочки наверху, ой, внизу находятся, чем наверху. Ну давайте немножко спустимся. Так, там этот гаечный ключ. Окей. О, хоть автоматика сработала. О, там гаечный... О, там этот, жизнька была. Стоять! Хорош, хорош. Походу, це правда помогает, чтобы остановить самолет. Давай-давай-давай-давай наверх. Пьяный ты, Балу, а? Опять нажрался. Там-там-там-там-там.
Что-то хочется мумию пересмотреть. Я забыл, извиняйте. Уи! Ха, блин, даже здесь. Ну да, звуки, блин, из гриндога. Да, это чудеса на виражах. Все верно. Опа, 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 опа. Оп, не, давай. Оп, оп. Ну у меня другого выхода нет, кроме как так проходить. Ту-ту-ту-ту-ту. Фух, вот это было. Не, ты чё? Да насрать. Вот так нельзя, да? А вот так можно, ясно. Ух, черт. Здесь же нет воды. О, даже спуститься можно. Прекрасно. Уи! Хорош. Не, я соберу. Вдруг пригодятся, вдруг я что-то упущу. А очки будут, то есть количество ящиков, наверное, накопится. Лучше так собрать, пока есть возможность. Так, ясно. Выход. Туру, тут, туру, тут, туру, тут, туру, туру. Поехали, поехали, поехали. Давай. Интересно, а его можно перепрыгнуть? Вроде высота такая большая. Но, блин, ветер мешает мне. Твою мать, не, я не буду рисковать. Оп. До свидания. Так, теперь нужно это пройти. Опять не буду, наверное, путаться. Пройду именно так. Сначала вот здесь исследую. Раз, два. Ну давай, давай, хорош. Ту-ту-ту-ту-ту. Охренеть, какой дамаг. Там не мороженка была. Ой, не мороженка, а этот. Как хоть называется? Короче, рандомные вещи. Все, чтоб не мешал. Падла.
Блин, если честно, я правда забыл, где находится выход. Окей, давайте здесь исследуем. О, еще один хорош. А здесь были часы. Ясно. Ну, хоть здесь есть ящик. Так, еще 5 осталось. Блин, как же хочется туда. Вот же срань. О, жизнь-ка. Вот это подарок. Подожди, стой, а там же это была. Там же была вот это. Гамбургер. Ладно, здесь слился, не страшно. Шесть, четыре. Вот ты где, тварь. Ясно. А-а-а, все, хорош. 8 ящиков у нас есть. Ух ты, смотри-ка. О, спасибо. А я чувствовал, что гамбургер будет. Так, значит, здесь я был. О, нет, не был. Вот здесь я не был, странно. Привет, апдейт. Вау. Может, именно здесь? Ну, сказал, но опять появился. Ну, что делать? Так, наверное, где-то здесь. Ну, нормально, спасибо. Да, я тоже соглашусь. Так, 10 ящиков есть. Остается найти выход, но это просто... А, во, хорош, выход. Есть.
Я так думаю, что есть. Да, все. Это выход. Хорош. Так, ну здесь не рандомная вещь, это прекрасно. Потому что она самая сложная. Та-та-та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та-ра. Ну, наверное, по мне она самая сложная. Хорош. Пьяный Балу, что ты делаешь? Наверх! Давай. Блин, столько гаечных ключей. Могли бы жизньку подарить. Хорош, 64. А, нужно 60. Есть. Так, теперь это нужно пройти. Ясно. Да, блин, да ты серьезно? Да ты серьезно? Тю-рю-тю-тю-тю. Так, три ящика есть, все. Тю-тю-тю-тю-тю. Хорош. Только одна, да? Хорошо. Девять, еще последняя. Ну здесь просто расщедрили. Так, давай-ка. Ой, надо наверх. Вот с крыса.
Собака, ну хоть 10 взял. Окей, хорошо, хоть 10 взял. Yes. Ух, сколько вас! Ух, сколько вас! Да ты серьезно, опять будешь дофига спринтить? Ладно, похеру. Так он хотел спринт сделать. Вот уже опять делает. Вот собака. Тара-тара-тара-тара-тара. Ну все, хорош. Так, поехали. Опять? Да ты рофлишь. А здесь ничего нет, да? Прекрасно. Ой, собака, а? Ох, это Америка. Собака. Так, теперь наверх нужно. Это первая игра? Да, первая игра.
Еще два ящика, но где они? Теперь я понимаю, как взять. О, блять, посмотрел в чат. Как пал выбор на нее? Это игра детства. Блин, а я не знаю, где еще ящик взять. А, походу внизу, да. И внизу нет. Ездец. И что мне делать? Хорош. Теперь мне остается, что делать и где взять ящик. Вообще прекрасно просто. Я не знаю, где ящик, блин, находится. Если я бы знал, не было бы проблем. Ой. Может здесь? Нет, не здесь.
Откуда вы лезете, ёшкин кот? И невозможно, чтобы одного ящика не было. Это невозможно. Это невозможно. А время все еще идет, чтоб тебя. Я все обыскал, но ладно, пожертвую. Здесь вряд ли должно быть что-то, я не знаю. Давайте внизу там посмотрим. Может, я там не до конца посмотрел. Хорошо, раз. Идеально, идеально. Вы думаете, что там справа? Ой, слева, то есть, да? Блин, так я проторчу. Опа, давай. Ну давай, так, вот здесь, да? Вот. Какая срань. Все, теперь понял, где. Вот там, походу, ящик, но это срань. А, вот здесь. Ну, извиняйте, я здесь не знал, что ящик находится. Это... Я не знал. Хоть убейся. Все, теперь пошли. Наконец-то.
Ох, как я намучился. Игра не жалеет. Давай наверх. А будет здесь звезда хоть какая-то, а? Ну, чтоб жизньку мне дать. Ладно, теперь нужен гаечный ключ. Только не вниз, только не вниз. Теперь вниз, хорош. Упустил. А это зачем? И для чего? Лол. Здесь же не эпичная битва. А здесь нет, да? Не показывает, сколько у меня жизни. Я даже сам не помню, сколько, наверное, 4 опять. Ау, больно. 96, поехали. Ясно. Сначала это придется убивать. Сколько у меня уже ушло жизни? Какие же вы падлы, настоящие собака, блин, а? Где же гаечный ключ?
Да вы рофлите, я что, без гаечного ключа, что ли, обойдусь? Вы что, совсем, что ли? Да блин, а! Да кто вы такие, чтобы мне гаечные ключи не давать? Пожалуйста, можно мне гаечный ключ? Собака. Да где ж гаеч... Да где гаечный ключ? Алло! Хорош. Thank you very much. Да собака. Хорош. Хорош. Да завязывайте, лол. И здесь ничего нет, ясно. Да убейся, Лула. Мне каюк. Боже.
Боже мой, игра не может мне дать прохода. Да хоть подыхай. Еще последнее, походу, осталось. Да насрать. Уйдите отсюда. Я просто в ахуе. Еще последний, походу. Ой, ну давайте без этого. Ну серьезно, столько спама, столько дерьма, что это трудно увернуться, и гаечных ключей вообще нет. Прям, походу, в природе не существует этот гаечный ключ. Хоть убейся. О, то есть вы не решили дать гаечный ключ? Охренеть, игра, какая ты справедливая. Я же взял, лол, я же взял. Игра, ты чё? Хорош, есть. Ебать. Спасибо за GG Little.
Просто писец. Давай, Джима. Нет, спасибо, не хочу. Спасибо, Шепард. За Грация. Спасибо, кот. За ГГ. Хорош, на сложном. Это, походу, я самый первый человек на сложном прошел. Я думал, что... Чё ты там сломаешь, куда нажимал? Чёрт, ну просто не давали, блин, падлы. На Ютубе я не видел, чтоб кто-то проходил на сложном. А я смог. А может, кто-то до меня проходил сложность, но не выкладывал, чтобы не выпендриваться, да? Хорош. Я думал, что игра непроходима. Давай теперь. Но вот теперь за балу. О, нет, вот за балу непроходимое говно. Я даже не хочу. За балу невозможно пройти на харде. Я пытался не стрима проходить, но не получалось. Будешь первый на Ютубе точно? Нет, спасибо. Не закидывая. Сойдет. Night Tales, thank you for the GG. Хорош. А я думал, что это самая сложная игра на Сеге, блин. Черт! Наконец-то! Ну, спасибо, что у Кита прыжок есть высокий. Если бы у Балу точно прыжок был точно таким же высоким, то можно было бы пройти. Хорош. А концовка одна и та же, если ты пройдешь за Балу. Концовка одна и та же, если... Именно концовка хорошая, а если плохая концовка, если ты не дособрал ящики, да? То, ну ты, скажем так, предпоследний уровень прошел. Там, короче, концовка на фоне гром идет, да? И там один персонаж. Но это же мультик. Можно и не ругаться на непонятно, молодец. Я так с ней не справился. А, спасибо. Хорош. Ну, короче, можно скипнуть, да? Никто ж не против титры. Хорош. Хорош! Япона, мать, это вообще класс. А вот за Балу я не хочу проходить. Даже... Нет, нет, я не хочу проходить. Все, так... Да, вот теперь на этом все.